Всем привет! Сегодня у нас на обзоре радиометр Припять RKS-2003. Значит, вот такая вот у нас есть серая Припять. Внешне в отличном состоянии. Значит, под заводской пломбой. Вот, покажу со всех сторон. Значит, у нас заводской номер прибора. Так, покажу пломбу. Пломба на месте, прибор не разбирался. Вот видно, пломба есть. Так, пломба. Значит, убираем бета-фильтр. Два счетчика Гейгера, SBM-20. Батарейный отсек. Покажу. Вот у нас крона. Так, значит так. ЖК-дисплей. Без плям, без потеков. Так, переключатели. Здесь также все в идеале, без закисления. Значит так. Звук слышно, звук есть. Все супер. Смотрим показания. Показания немного неправильные. Датчики живые, приборы реагируют, все, но показания как бы вот в 10 раз завышены. То есть должен был быть показывать там 17-18 фон, показывает 180-170. То есть просто умножено на 10. Вот такая вот неисправность. Ну, прибор не разбирался под пломбой. Вот, а такая вот особенность. Прибор сам по себе умножил показания в 10. На 10. Умножил на 10 раз. При этом реагирует вот. Вот у нас есть стекло, это чисто бета-источник, здесь гамма чистая бета. Без, сняли бета-фильтр, без бета-фильтра смотрим. Ну, слышно и видно, прибор реагирует, датчики живые, отчетливый звук. Бета видит, показания растут, и вот снижаются показания, падают, как и положено, как и должно быть. Вот, а вот гамма, часы маяк. Подношу. Убираю. Вот. Показания растут и падают. Сейчас вот подсчитывает космический фон. Вот, и в зашкал прибор уходит правильно, все адекватно, смотрите. Вплотную гамма плюс бета замеряем, без бета-фильтра. Вот зашкал, единичка, точка. Ну, звук и дальше реагирует, нас сигнализирует. Вот, и пошли показания на сброс, опять адекватно реагирует, отлично, снижает показания. Все супер, экран, значит, без плям, без потеков, без полос, все окей. И смотрим, вот, ну, выключим, например, дадим отдохнуть.
Включаем. То есть вот в приборах все отлично, только он только при измерении самого фона космического он сам по себе умножает почему-то показания на 10. Вот фон 15 у нас, а он показывает 150. Только при фоне вот это наблюдается. При измерении фона это может мешать. Придется в уме просто делить на 10 показания. Вот. Во всем остальном все в идеале, все работает как нужно, реагирует как нужно. Все отлично. Ну, при измерении фона просто прибор сам по себе умножает показания на 10. Вот. Еще раз покажу, как реагирует на бат. По звуку слушать. На гамму. Вот, установил бета-фильтр. Смотрим, как гамму видит. Подношу. Это чистую гамму считает прибор. Показания растут. Щелчки. Отчетливо слышно. Все отлично. Убираю. Все, подсчет обычного фона идет. Вот это с гамма-фильтром. Еще раз подношу. Слышно, показания растут. Теперь показания падают. Вот, можно это ускорить, пока они упадут. Выключить, включить прибор. И вот, но на фон, когда нет превышений, он тоже его подсчитывает, правильно показывает, но умножает число на 10. Вот, вместо 13 130 показывает. Вот, пользоваться можно, все супер. Можно нарушить пломбу, конечно, разобрать, посмотреть, в чем дело. Может заменить электролиты, там конденсатор поменять, разные мелочи, которые копейки стоят. И, возможно, будет показывать правильно, посмотреть, в чем там дело. А можно пользоваться так, как есть, под пломбой. Просто помнить, что показания фона прибор умножает в 10 раз. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.